Прогноз надворья. У ближайшие сутки будет мало облачно, без опадков. Ветер полночный, полночно-заходний, слабый до умеренного. Утро пропало, ночью плюс 2 градуса, 13 градусов. В особных районах заморозки 0-2. Максимальная температура днем по краине от 18 до 24 градусов. У Витебского населения в Томбле и Гродне 20-22, в Бресте 22-24 градуса. В столице без опадков температура по ветру ночью плюс 6-8, днем 20-22. Зараз у столице плюс 22, ветер слабый. Тиски 743 мм ртутного слупка, повышенная вологодность 37%. Белорусское радио. Первый национальный канал.